Молодая и перспективная. У нее все еще впереди. Ведь ей всего 22 года. Она романтична, чувственна и сентиментальна. Она Биран Дамла Йылмаз. Хочешь узнать больше? Тогда поехали! 28 июня 1997 года в городе Гебзе рождается маленькая прелесть. Родители дают ей имя Биран. Еще будучи маленькой девочкой, она уже начала проявлять свои актерские способности. Особенно ей нравилось копировать своих кумиров-знаменитостей. Чтоб талант не пропадал даром, родители решили устроить девочку в школу актерского мастерства «Неси Арбек», где, собственно, и получила первые навыки. Позже Биран Дамла брала еще уроки у одного известного турецкого актера лично. А вот реально работать в индустрии актерства девушка начала в возрасте 15 лет. На сегодняшний момент еще учится в консерватории. Таким образом, у нее неплохо получается совмещать роль студентки и актрисы. Пускай у нее и небольшой опыт работы именно в кинематографе, но она уже отлично проявила себя в сериале «Обиженные цветы». А сейчас принимает участие в съемках мелодраматического сериала «Сокровенное». Здесь она играет роль Джейлан Хаксивер. «Сокровенное» — это история бедной, но очень хорошей девушки, у которой есть и прекрасная семья, и даже любимый человек. Все было хорошо до того времени, пока она не устроилась на работу к богатым господам. Там Джейлан понравилась избалованному сыну богатого семейства. Он пожелал близости с ней, но она отказала и тем самым навлекла на себя большую беду. Вот весь список фильмов и сериалов, в которых снималась Биран Дамла Йылмаз. «Чудо 2. Любовь», «Запрещено», «Безумный класс 4. Остров», «Великолепный век», «Белая ложь», «Обиженные цветы», «Сокровенные». А теперь еще немного фактов о актрисе, что касается настоящего. Рост примерно 161 сантиметр, вес около 52 килограммов. За гороскопом рак. Количество подписчиков в Инстаграм около 1,5 миллиона человек. Биран Дамла увлекается татуировками, занимается спортом и обожает животных, особенно собак. Глаза зеленые, волосы с рыжеватым оттенком. В свободное время рисует и слушает музыку. А еще романтическая натура Биран при возможности стремится полежать на спокойном пляже, насладиться природой и почитать книгу в такой обстановке. А напоследок немного о личной жизни. Биран нашла свою симпатию в турецком актере, которого зовут Тарык Угур Азинбаш. Они встречались почти год и даже провели романтические каникулы в путешествии по Средиземному морю. По некоторым слухам, у Биран также был небольшой роман с актером по имени Бурак Таскапаран, который вместе с ней сыграл в телесериале «Обиженные цветы». От тебя лайк, подписка и комментарий. Напиши, насколько перспективной тебе кажется Биран Дамла Йылмаз. От меня спасибо за просмотр и новое видео в ближайшее время.